хорошая игрушка. Шевелись. Это единственный способ остаться целым. Единственный способ, да? Хорошо, я посмотрю, как ты разделаешься с этим монстром. Готов спорить, он применит бэт-бомбу. Нет, нет, он применит бэт-луч. Вы оба спятили, он применит репеллент от бэт-монстров. Ха, ребята, к вашему сведению, Бэтмен просто сидит. В чем дело? Ты не пытаешься спастись? Верно. Замерли все! Что ты задумал? С меня довольно. Лучше покончить с этим сразу, чем всю жизнь быть игрушкой в руках капризного ребенка. Но ты не можешь просто сесть и умереть. Ты герой. Ты Бэтмен. Ну, раз ты так много обо мне знаешь, сам и стань Бэтменом. Я? С ума сошел? Какой из меня Бэтмен? Не могу. Ты все можешь. Давай, превратись в Бэтмена. Но... как же я? Я всегда наблюдал за тобой со стороны и никогда не думал, что смогу. Правда? Как ты сказал календарьмену? Воплоти мечту, здоровяк. Да, ты прав. Так, теперь слушай меня и делай, как я скажу. В Готэм-Сити ночь. Вдали воют сирены. Фигура в плаще опускается на крышу. Как интересно! Да, неожиданно в научном музее срабатывает сирена. Это горилла Грод. Он украл экспериментальное оружие, способное увеличить силу его сознания. Останови его, Бэтмен! Ты должен драться с ним его же оружием. Точно! Нет, ты должен перехитрить его. Грод, во-первых, считает себя гением, и обезьяной, во-вторых. Хитрость? В моем спецпоясе есть какая-нибудь хитрая штучка, которая мне пригодится. Шутка? Хорошо. Преступники, вам не уйти от Бэтмена! Мистер в горошек! Человек в пятнышку! Твиддл-Ди и Твиддл-Дам! Моль убийца! Это Зеро! Кайтмен! И Зебрамен! Вам всем настал конец! Мне хана. Ау! Ау! Ау!